Британский лоукостер EasyJet сообщил о намерении построить самолет на электрических батареях. Авиакомпания планирует использовать новый самолет уже в ближайшие 10-20 лет. Пилотную модель будет разрабатывать американская компания Wright Electric. Как сообщают ее представители, новый авиалайнер сможет летать на расстояние до 530 километров. К слову, Wright Electric была организована в США в прошлом году. Компания утверждает, что новая система энергонакопления приведет к сокращению выбросов продуктов сгорания топлива в воздухе и на земле, а также созданию более тихого авиатранспорта. Планируется, что самолет на 180 посадочных мест сможет пролететь на одном заряде до 530 километров в течение 2 часов. Это более 20% от всех рейсов EasyJet. Если брать в масштабах Европы, его можно будет использовать на таких популярных маршрутах, как Лондон-Париж, Брюссель, Амстердам, Кёльн, Глазго и Эдинбург.